Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. Тема нашего расклада. Что вам по судьбе? У нас будет три варианта. Первый, второй и третий. Итак, первый вариант. Если вы слышите в начале расклада, что информация о вас, значит это ваш вариант. Если не слышите, выбирайте другое видео. Или другой вариант. Итак, ваше состояние на сегодняшний день. Ваше состояние на сегодняшний день. У вас разочарование. Разочарование именно в любви. Как-то все разрушилось, все потерпело какой-то крах. Вы имеете надежду, но ваше сердце как-то сильно потерпело в этой ситуации. Вам неприятно об этом вспоминать, вам неприятно об этом думать, но из этой большой и чистой любви, из этой надежды вот как-то все разрушилось. То, что вы строили, тот золотой город, который вы строили в своих мечтах, он разрушился, и на сегодняшний день вы не видите пути. Вы не знаете, как вам правильно двигаться дальше и что вас ждет. Но этот путь, он присутствует. Он присутствует, он стоит как у вас за спиной. Вы еще не видите этого выхода, но он есть. И есть новые отношения, и есть мужчины, которые обращают на вас внимание. Но вы пока что на сегодняшний день, вы находитесь в какой-то печали. Я бы сказала, что вам очень хочется побыстрее выйти из этого болота. Выйти как в чистую воду. Как-то очиститься, потому почему-то вы чувствуете себя как-то преданной, вы чувствуете себя как, я бы сказала в этом случае, что как осквернили ваши чувства, осквернили вашу душу, и вы как чувствуете такое ощущение, как будто как вот это, как грязная, как в грязное, такое ощущение, что вы как стоите в грязной воде. Вот сейчас у вас такое ощущение. И вам хочется побыстрее очиститься, побыстрее вот выйти из этого, выйти в чистую воду. Ну хорошо, давайте посмотрим, кем вам суждено стать, кем вам суждено быть. Покажи нам, кем суждено быть этой женщине. Все в ваших руках изменить. Кем суждено быть? Смотрите, как хорошо. Вам суждено быть императрицей возле императора. И все это в ваших руках. Ваша судьба, вот вы посмотрите только, какие карты выпали. Император и императрица. Вам суждено быть в паре, и не в простой, а с человеком очень сильным, человеком достойным вас. Человек, рядом с которым вы будете расти. Здесь идет и очень сильный материальный рост, сильное материальное положение, устойчивое положение. Состояние такой мощи, такой уверенности в своем человеке. Вам суждено быть замужней женщиной, и не просто замужней, а женщиной замужней за хорошим, очень мощным человеком. Ну и мне показывает, что все будет в ваших руках, и любовь, и сила, и знание. Суждено обрести вот этот покой душевный и быть рядом с мужчиной. Суждено быть замужней женщиной, матерью, продолжительницей рода, женщиной сильной, женщиной, которая держит свою семью как в одном круге. Женщиной для семьи, которая есть продолжением, которая есть вот этим стержнем для семьи. Ну, вообще, прекрасное состояние, что суждено, суждено быть в паре с императором и быть императрицей, женщиной, достойной своего мужчины. Хорошо. Что суждено в материальном плане? У
удивительный просто расклад выпадает для этой женщины. Вы знаете, для вас материальное будет даже не важно, потому что придет осознание какой-то высшей силы, какой-то духовной развитости. Я думаю, что здесь вы не будете думать о финансах. Здесь ваше состояние позволит вам не думать о финансах, а думать о материальном, а думать о более высших, знаете, каких-то моментах. Какая-то мудрость, какая-то, знаете, правда жизни, будет дана правда жизни и возможность расти душевно. Материальное не имеет значения. Но я вам скажу, что все мы живем в материальном мире, и если такие карты выпадают на материальное состояние, это говорит о том, что материальное состояние будет стабильным, и это будет не ваша забота. То есть будет человек, например, муж, который будет вас обеспечивать, и вопрос денег вообще для вас не будет стоять. Это вас не волнует, этот вопрос. Говорит о том, что все будет успешно, очень хорошо в материальном плане. Но я вижу здесь рост женщины именно в духовном плане, именно в каком-то развитии, возможно, творческом. Но здесь мне идет женщина как мать. Здесь идет сила такая защитить свой род, защитить своих детей, своих внуков. Здесь у женщины обладает такой природной магией, магией материнства, знаете, такой женской магией, когда женщина оберегает свою семью, есть оберегом. Здесь может проиграться, что женщина как буквально свяжет шарфик ребенку, и это оберег для этого ребенка. Ребенок волнуется, она перед экзаменом, она пришивает пуговицу, и уже ребенку легче. Как-то, ну вот, буквально ребенок идет в школу, женщина поцелует в лоб, и все, этот ребенок защищен. Его буквально даже, знаете, какие-то плохие... Все плохое обходит стороной, потому что здесь очень сильная женская сила, какая-то святость, любовь большая женская, любовь к матери, материнская сила очень большая у женщины. Вот она занимается своим домом, занимается саморазвитием, вот она видит правду, она беспокоится и любит своих родных и домочадцев. Она не занимается материальным. Ей, у нее все есть. Она об этом не думает. Она думает о большем, о таком духовном спокойствии и любовь. Любовь, она как... Она берегиня своего дома. Она берегиня своей семьи. Вот здесь выступает так. Мысли о материальном, они отходят. Они не есть такие фундаментальные для этой женщины. Ну хорошо. Так. Что суждено именно в личной жизни? В жизни вот с мужчиной, скажем, да? Вот что суждено, потому что я вижу, что здесь прекрасная реализация как матери, реализация как, ну вот как берегини домашнего очага. Видно, что женщина будет замужем точно. Ну давайте посмотрим отношения с мужчиной. Отношения с мужчиной. Вы знаете, существует такое равновесие в отношениях с мужчиной. Вы прекрасно друг другу подходите, вы две половинки одного целого. Я бы сказала, что будет дан шанс именно обрести своего человека, человека, который предназначен вам судьбой. Вы в жизни мужчины очень такая действенная женщина, умная, и вашего совета всегда спросят. Без вас никаких важных решений принято не будет. Для мужчины вы есть тем, знаете, уголочком, когда женщина, которая может вовремя успокоить, вовремя промотивировать мужчину. Я бы сказала, что здесь женщина будет заниматься семьей и домом. Здесь, знаете, как... В личной жизни буквально повезет, знаете.
буквально повезет, как колесо фортуны, остановится в нужной точке, и вы обретете мужчину, который будет, ну, вашей половинкой. Именно как женщина вы прекрасно реализовываетесь. Ну, вообще, расклад просто бомбический. Очень хороший расклад. Давайте посмотрим, что вам нельзя. Что нельзя делать, как нельзя мыслить, что нельзя, что может повредить вот это вашему предназначению именно по судьбе. Что нельзя, покажи нам. Вам нельзя падать духом, вам нельзя как-то прогибаться под какими-то жизненными проблемами, потому что вы есть опора духовная для других людей. Да, вот так и выпадает. Нельзя закрываться в себе и нельзя падать духом, потому что вы являетесь кубком любви, вы есть источником для других людей. Вам надо открываться. Ваш человек идет вам по судьбе, и он обязательно придет, и это будет ваша половинка, ваш император для императрицы. Нельзя вам как-то поддаваться под гнетом судьбы. Поднимайте голову и идите дальше. Не закрывайтесь в себе. Выходите из этого состояния, которое у вас на сегодняшний день. Этот человек не есть ваша судьба, понимаете? Ваша судьба, она еще впереди, она еще идет к вам. Все лучшее еще впереди. Ну что ж, давайте посмотрим, в чем ваша удача в будущем. В чем ваша удача? В чем ваше счастье? В чем удача этой женщины? В чем удача? Прекрасно. В чем удача? Вы знаете, возможно, вам придется переехать, и будут у вас сомнения, переезжать вам или нет. Так вот, это и есть ваша удача. Это ваш билет в новое будущее, в лучшее. Возможно, здесь придется вам переехать как к мужчине. Будут сомнения, оставлять ли вам, идти ли вам дальше. Тяжело будет вам. Какое-то сомнение, как поступить, как отойти от того, что уже есть. Но это вам надо сделать. И это в конечном итоге будет ваша удача. Здесь может проиграться переезд к мужчине. Здесь может проиграться какой-то как рисковый переезд. Возможно, продажа квартиры, покупка нового жилья. Какое-то как, ну вот, какое-то переживание я чувствую. Переживание неизвестности, что вас ждет дальше. Здесь, возможно, даже проиграется. Возможно, что на сегодняшний день у женщины есть дети. И вам страшно идти в другую семью, как сказать, создавать семью с другим человеком и уже иметь ребенка. Как будут обстоятельства складываться? Все будет очень хорошо. Вам, как улыбается удача, все ваши сомнения, они напрасны. Все будет прекрасно. Все будет очень хорошо, этот переезд вам нужен, это будет ваша удача, понимаете, даже если у вас есть дети, мужчина другой примет этих детей, и все будет очень хорошо, ваши сомнения будут напрасны. Вот такой вот у нас выпал первый вариант, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду вам очень рада, а мы идем дальше. Итак, второй вариант. Второй вариант. Ваше состояние на сегодняшний день. Если вы слышите, что информация о вас, значит, это ваш вариант. Если не слышите, выбирайте другое видео. Ваше состояние на сегодняшний день. Вы, возможно, сейчас вдали от дома. Возможно. К вам проявляется какой-то мужчина. Или вы в паре с каким-то мужчиной. Возможно.
Я бы сказала, что проявляется, как-то хочет вашего внимания человек. Но он не дотягивает до вас. Вы намного сильнее. Если, ну, не в материальном мире, знаете, а именно в духовном, вы намного сильнее. Вы краше, вы насыщенная, вы такая, как сочная душевно, очень такой мягкий человек, имеете определенную тайну в себе, возможно, имеете даже какие-то способности. Здесь мне идет как сила мысли, возможно, снятся сны, возможно, вообще вы как немного предугадываете немножко будущее. Человек, сразу скажу, он льет воду вам. Он льет воду. Мне почему-то идет, что у него есть какая-то корыстная цель. В чем твоя корысть проявляется? Он как-то за ваш счет хочет реализации, хочет движения вперед за ваш счет. Но его чувства не являются настолько искренними. И вы, возможно, ну, это как-то чувствуете. Он может очень красиво говорить, но здесь может, или вы очень красиво выглядите, очень, знаете, такая красивая женщина. Он как бросается на внешность, он как льет воду, не все правда то, что он говорит. Есть какая-то корысть в его, нет, у него не такие чувства, как он говорит. Есть какие-то чувства, но они не такие, как он рассказывает. Нет такого сильного, нет такой сильной к вам любви. Он как-то за ваш счет хочет что-то показать, что-то кому-то доказать. Вот. Вы красивая женщина, и он хочет за счет вас показать и доказать что-то кому-то другому. Но по-настоящему у него нет тех чувств, что он показывает вам. Ну хорошо. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим дальше. Кем вам суждено быть? Кем суждено быть? Кем суждено быть этой женщине? Кем суждено быть? Вы знаете, оно все станет на свои места, и люди, которые вас обидели, они будут наказаны. Обидели или обидят. Вы под какой-то защитой находитесь. Вы как будете иметь силу и знания наказать людей, которые вам когда-то как-то вас обидели. Как-то как бумеранг идет. Ваше состояние, оно как в 10 раз будет хуже для этих людей. Какая-то вот какую-то трансформацию вам суждено пройти. Покажи, какую трансформацию, что это? Вам суждено выйти из этих отношений. Если вы с мужчиной в отношениях, вам как выйдет правда, выйдет настоящее. Вы узнаете его. Этот человек будет наказан не вами, будет наказан высшими силами, потому что идет как вы несете какое-то знание, вам за кто-то за вами стоит, кто-то за вами наблюдает и вас защищает. Вам же суждено пройти трансформацию и быть с человеком, который вам пара, который вам по судьбе. Но это как еще длительный путь. Перед этим как-то надо наказать виновных, как-то должна прийти сила и знание наказать других людей. Здесь может быть как-то встреча, трансформация вас и встреча с вашим настоящим человеком по судьбе, суженным вам.
идет через какую-то потерю, идет через какое-то тяжелое состояние. Я бы сказала, что этот человек, который вот сейчас к вам пробивается, это не ваша судьба, к сожалению или к счастью. Ваше впереди, но вам еще как стоит пройти, вам как нужно знание, нужна сила, перейти какой-то тяжелый момент, чтобы пройти трансформацию и встретить своего мужчину. Мужчину по судьбе. Скажу, что замужество будет, вы выйдете замуж за мужчину, с которым вот вам судьба быть. Но это будет еще как не скоро. Мне идет как, ну, 2-3 года. Еще много событий надо, чтобы прошло, чтобы вы встретили своего человека. Ну хорошо. Давайте посмотрим, что суждено в материальном плане. Что суждено в материальном плане? Сила. Я скажу, что будет деньги. Будут знания, будут дана сила для того, чтобы вырасти в материальном плане. В материальном плане идут большая прибыль идет, да. Вы идете как... Здесь может проиграться или свой бизнес, или хорошая работа, или удачная сделка, какой-то поворот очень интересный, какая-то как будет ситуация какой-то развилки. Вы сделаете правильный выбор. В материальном плане идет очень интенсивный подъем. Я бы даже сказала, да, вы можете очень выгодно выйти замуж. Вот этот мужчина, он будет умный и такой, знаете, целеустремленный. И за счет своей женской силы, за счет своего женского обаяния, вы не просто подниметесь в материальном плане, вы будете очень обеспечены. Я скажу, что здесь вам по судьбе богатый муж. Мужчина богатый. Как-то вы достигаете богатства за счет своей женственности, за счет своей красоты. Здесь может проиграться, что мужчина поможет вам открыть какое-то свое дело или свой бизнес. Но и может проиграться, что вы как любимая женщина, и у вас все есть. За счет своей ласки, за счет своей хитрости вы обретаете все, что вам надо. Да, вот выпал туз кубков за счет любви. Вот как-то ваша человек, который будет вас любить, вот он вас и обеспечивать будет. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим в личном, вот именно с мужчиной. Будущее с мужчиной. Что суждено? Какое будущее вам суждено с мужчиной? Вы знаете, очень длительные семейные отношения. Вам буквально как идут, как дети. У вас вот именно в плане с мужчиной будет очень все хорошо. Это человек, который будет пытаться исполнить ваши желания, ваши мечты, с которым у вас будут дети, будет прошлое и будет будущее. То есть длинная жизнь вас ожидает с этим человеком. Очень красивые, крепкие отношения. И я скажу, что здесь будет любовь, здесь люди наполняют друг друга, переливают энергию друг в друга. Хорошо. Здесь чувства однозначно есть. Мечты, надежды, и дети, и любовь. И много-много моментов, которые соединяют этих людей вместе. Что нельзя? Что вам нельзя? Как нельзя поступить? Как нельзя себя вести, дабы не потерять и дабы не совершить ошибку и не навлечь на себя гнев? Угу. Вот он вышел, этот вот мужчина.
Нельзя состоять в любовных отношениях, быть любовницей. Нельзя. Вот буквально вот повторились карты, те, что вам и шли сейчас. Вам надо выходить из этой ситуации. Нельзя, это приведет вас к одиночеству. Вам этот мужчина не нужен. Вот вас судьба, я спрашиваю, что нельзя? По судьбе, что нельзя, чтобы не разрушить все это? Вам нельзя состоять с этим мужчиной в отношениях. Как-то быть его любовницей. Потому что это приведет к одиночеству. Вам нельзя вот с кубковым мужчиной, вам надо остерегаться кубкового мужчину, мужчину, который сладкие речи говорит женщине, который вводит ее в треугольники, который делает из нее свою любовницу, который хочет от нее только сексуальных отношений, только взрыва эмоций, потому что это затягивает эту женщину во времени и делает ее одинокой. Нельзя вам быть вот в этих отношениях с этим мужчиной. Если сейчас вы в каких-то сомнениях, ну вот такое вот предупреждение, вы видите, вот это состояние, то, что нельзя, оно на сегодняшний день проигрывается. Вам надо быть осторожной, вам надо хорошо подумать и присмотреться к мужчине, который вот пробивается к вам, понимаете? Потому что он не несет ничего хорошего. Мне как идет, он делает из вас любовницу, он втягивает вас, возможно, в треугольник. Нельзя, потому что это приведет к одиночеству. Вам, возможно, знаете, это больно. Это, ну, знаете, сказать это одно, сделать тяжело. Вам тяжело, может, дастся этот разрыв, но вы должны проявить характер, поставить все точки над «и», пройти эту боль, дабы, знаете, пройти трансформацию и встретить мужчину по судьбе, с которым у вас будут и дети, и будущее, и материальный достаток. Потому что этот мужчина – это тупик. Здесь нет продолжения, понимаете? Здесь нет продолжения, здесь нет будущего. Ну хорошо, давайте посмотрим, в чем ваша удача, чтобы ее не упустить, эту удачу. Давайте посмотрим, в чем ваша удача. В чем удача? Несмотря на страхи, несмотря на какое-то разрушение, идти вперед и открыться миру. Открыться миру, несмотря на разрушение, как-то начинать новые отношения, не бояться. Возможно, здесь может проиграться, что женщина не столь молода, что уже возраст. Не бойтесь разрушать какие-то отношения, оставлять все в прошлом, не возвращаться туда, отбрасывайте все мысли, потому что ваша удача, она там, она в мире, она еще впереди, понимаете? Она впереди, ваша удача. Хорошо, в чем эта удача? Она как идет в общении, вы как... В чем удача? Покажи в мире, ехать куда-то, куда-то как-то сорваться с места, отбросить прошлое, идти вперед. В чем удача? Покажи нам. Стремление вперед. В чем удача? Удача создать новое гнездо, создать новую семью, познакомиться с человеком новым, не бояться разрушать. Понимаете? Не бояться разрушать, потому что впереди идет лучшее. И события будут развиваться быстро, потому что что по судьбе, оно все равно случится. Впереди ждет прекрасное будущее, впереди ждет любовь, семья и, знаете, благополучие и радость. Радость. Как-то идти в мир. Начинать новое, понимаете, как идти вперед, начинать новое, потому что впереди много прекрасного. Оставлять прошлое в прошлом не оборачивается, а двигаться вперед. В чем ваша удача, что впереди у вас все самое прекрасное еще впереди. Удача встретить мужчину, с которым вы будете счастливы.
Вот такой вот у нас был второй вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. А мы будем продолжать. Итак, третий вариант. Третий вариант. Ваше состояние на сегодняшний день. Если вы слышите, что информация о вас, значит, это ваш вариант. Если не слышите, выбирайте другое видео. Что вам по судьбе? Ваше состояние на сегодняшний день. Ваше состояние. Вы очень стабильная женщина, многого уже достигли в своей жизни. Здесь может проиграться, что женщина в разводе, женщина-мать, женщина, которая уже имеет детей. И для нее ее дети самое главное. Вы знаете, эта женщина на многое способна. И ей все равно, что о ней говорят другие люди. Очень такая целостная личность. Женщина уверенная в себе. Женщина очень сильная, энергетическая. В женщине как-то дается добиться материального успеха. Она может занимать хорошую должность. Возможно, на сегодняшний день ситуация какая-то шаткая, но все же я вижу, что этой женщине, ей как суждено быть на хорошей работе. Она как сама себя обеспечивает. Женщина, уже состоявшаяся как мать. Я бы сказала, что здесь женщина с ребенком или с детьми. И она, знаете, такая сильная, как я никому не позволю. Вот как-то она как бережет их счастье, этих детей. Для нее очень важно их состояние, чтобы они были счастливы. Ну хорошо, давайте посмотрим, что вам, кем вам суждено быть. Давайте посмотрим, кем суждено быть. Что по судьбе, кем суждено быть? Угу. Боже, какая красота! Вы только посмотрите. Иерофант, двойка кубков и влюбленный. Вам суждено быть в браке, вам суждено быть любимой женщиной, любимой. И этот брак, он как, знаете, этот союз, он как на небесах. Это... Ну, прекрасная просто связка, такая духовная связь между людьми. Я бы даже здесь сказала, не просто сожительство, не просто брак. Здесь буквально венчание в церкви. Здесь идет как брак создан на небесах. Вам суждено быть любимой женщиной, любимой женой. Ну, хорошо, смотрим дальше. Что суждено в материальном плане? Что суждено в материальном плане? Как будет с финансами? Мужчина сильный, умный. Вы знаете, здесь как идет, вы и сами сможете заработать. Вам не так будет важна помощь мужчины, вам не так будет важна... Я бы сказала, что да, здесь люди в паре, здесь люди дополняют друг друга, но здесь и вы сами сможете добиться успеха. Здесь у женщины идет очень такая сила, именно как... У вас будет прорыв в материальном плане. Или вы какую-то свою идею в жизнь воплотите. У вас очень такая мужская энергия в плане материальном. То есть у вас хватает знания и силы добиться успеха в материальном плане. И именно как-то все обдумать, все моменты, все нюансы. Если у вас нет личного дела, оно может быть. Если вы на работе, у вас может быть прорыв, именно как в карьерном росте.
может быть прорыв. Здесь как женщина, знаете, в материальном плане, она независима от мужчины, она и сама может себя прекрасно обеспечить, реализовать. Я не вижу здесь нехватки финансов, я не вижу здесь, что женщине нужна материальная помощь от мужчины. Здесь женщина и сама, знаете, в таком очень активном состоянии материальном, она и сама может себя прекрасно обеспечить. А любовь, а мужчина, знаете, для чувств, для любви, для искренней. Чтобы сказать, что ей нужны его деньги, нет, ни в коем случае. Я вижу, что здесь такое душевное единение. Вы как в один, знаете, как в семью будете работать. Но вам его какое-то финансовая помощь, она вам не будет. Вы не будете в этом нуждаться, потому что я вижу, что вы и сами по себе прекрасно справляетесь. В финансах у вас будет вообще все отлично. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас будет именно в личном плане с этим мужчиной, с вашим любимым, что вас ждет в отношениях. Что ждет в отношениях? Но вы вот все время выпадаете очень такой активной женщиной, очень сильной, очень женщиной с характером. И вы знаете, здесь как выпадает все по справедливости. Все по справедливости. Это то, на что вы заслужили. Это мужчина вам по судьбе. Вы встретите своего человека по судьбе. И вы с ним будете себя чувствовать хорошо, потому что вы как-то энергетически будете подпитываться друг от друга, и вы сможете расти, развиваться, и как-то я вижу, что и в материальном плане очень хорошо у вас все будет, и будет вот эта любовь, вот эта влюбленность, она будет взаимна, она будет как по справедливости с этим человеком. Человек очень искренне будет к вам относиться, очень страстные отношения будут у вас. Хорошо, давайте посмотрим, что вам нельзя, чего вам надо избегать. Чего надо избегать этой женщине. Что вам нельзя? Предупреждение. Повешенный. Угу. Я бы сказала, вам нельзя одалживать деньги. Вам нельзя одалживать деньги. Такое впечатление, что человек недоброжелатель, человек, который обладает определенными знаниями, он хочет одолжить у вас денег. Ни в коем случае не одалживайте, потому что долг вам не вернут. Если вернут, то это, знаете, как у вас крадут энергию. Это будет приводить к какому-то падению. Вот запомните, что вам именно одалживать деньги нельзя, потому что у вас очень мощная энергия денег, она крутится. Если она еще, знаете, как не обрушилась на вас, она как крутится у вас над головой. Но одалживать деньги вам нельзя. Вот на вопрос, что нельзя? Нельзя одалживать деньги, нельзя ставить себя в какое-то повешенное состояние. Не сочувствуйте, потому что это как-то человек энергетически обкрадывает вас. Ну вот в этом случае я бы сказала именно так. Вам нельзя одалживать деньги, потому что это приведет к падению финансовому. Вас как воруют вот этот денежный поток, как-то перекрывает вам. Нельзя одалживать деньги. Вы можете как-то вот, как сказать, одолжи мне денег, мне не хватает. На что тебе не хватает, да? Ну вот, на что тебе не хватает? Тебе не хватает на продукты. Вы можете купить продукты и дать этому человеку. Вы можете там, например, там, ну я не знаю, ну там мне не хватает там на сапоги. Вы можете купить эти сапоги и подарить этому человеку. Дать ему безвозмездно. Но одалживать с тем, что я тебе отдам деньги, нельзя. Нельзя. Не одалживайте никому денег. Вот такой вот нельзя. Ну давайте посмотрим, в чем ваша удача. В чем ваша удача? В чем удача? По жизни, по судьбе, в чем удача? Вы талантливый человек.
Если вы еще не нашли свою дорогу, вы ее обязательно найдете, и в своем деле вы будете лучшим. Вы как выступаете мастером. Вам дастся, и вы будете как первым, первым из лучших. Будет дано. В чем ваша удача? Вы имеете силу. Ну, вот здесь буквально как идет сила денег. Сила денег. Вы притягиваете деньги к себе. Вы притягиваете к себе удачу. Угу. Эти деньги, они идут, как знаете, как через ваше женское. Через женское. Ваша удача в том, как-то правильно распорядиться возможностями. Ваша удача, возможно, будет такой момент какой-то развилки, какого-то выбора. Выбор будет у вас, выбор. И вы сделаете правильные движения. И это будет удача в вашей жизни. Будет какой-то такой ключевой момент, когда вам надо будет думать. И карты говорят, что вам надо сделать выбор сердцем. Не разумом, а сердцем. Так, как подсказывает вам интуиция. Надейтесь на себя. Не думайте о том, что выгодно, что невыгодно. Если вы интуитивно чувствуете, как сделать правильно, вот вроде бы вы видите, да, умом, что все как вот, например, какая-то сделка, вот все вроде хорошо, вот все по бумагам вроде бы хорошо, но есть какая-то вот интуитивная тревожность. Не подумайте еще, не спешите, доверьтесь своей интуиции, сердце подскажет правильно. Сердце подскажет правильно, потому что я вижу, что будет какой-то подвох, будет какой-то момент, когда вам захотят как поставить подножку, как вас как захотят подставить где-то, буквально развести на деньги, будет что-то. И вас будут убеждать в том, что ну вот смотри, ну все ж по бумагам, ну все ж хорошо. И вы будете сомневаться, что ну да, ну вроде бы все хорошо. Но здесь вам надо довериться своей интуиции, потому что вы знаете правду интуитивно, подсознательно. Правда вам уже дана, судьба вам уже говорит, она вам подсказывает, как сделать правильно. Не поддавайтесь на чьи-то уговоры, кто-то заинтересован вас обмануть. Понимаете? Чтобы вы сделали ошибку. А вам надо довериться сердцу своему, своему подсознанию, потому что сила, она сокрыта в вас, вас внутри. И ваша удача в том, что вы всегда с помощью своей интуиции будете видеть правду и как-то вас будет сложно обмануть, потому что вы доверяете своему сердцу, и это ваша сила. Ну вот, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду вам очень-очень рада. Счастья, ваши дома, ваши сердца. Всего вам самого лучшего. Ждите свою любовь. Судьба, она все видит, она все знает. Путь уже начерчен вам. И ваш человек обязательно войдет в вашу жизнь. Всего вам самого лучшего и до новых встреч.